И вот, друзья, мы в Дыне, последний город нашей экскурсии. Он строился уже в 20-х годах прошлого столетия. Тут нету старинных зданий, все современное, город морской. На мой взгляд, ну так, современный центр, хотя, как говорил экскурсовод, сейчас наиболее развивающийся город в Польше. Тут все растет, производство, технологии. Люди сюда едут, много молодежи. Ну, пойдем посмотрим. Вот вы видите этот центр Гдыни. На мой взгляд, в тех прошлых городах, в Гданьске, даже в Сопоте, других было поинтересней. Ну, может быть, для жизни тут и удобнее. Каждый третий житель как-то связан с морем, с работой, которая связана с морем. Ну, это и понятно. Море, оно рядом. Здесь мы проезжали район, где более дорогая недвижимость. Нам рассказывали, что очень многие известные люди Польши покупают здесь дома, актеры, спортсмены, и переезжают в Гдыню. Гдыня – это чисто польский город. Как я говорил, он строился уже в последнее время, в отличие от Гданьска и Сопота, которые были в свое время принадлежали Германии. Ну вот сейчас покажу панораму. Это парк. Здесь проходят фестивали, различные мероприятия. Вон беленький, беленький лежит. Ну, сами видите архитектуру. Для меня, конечно, Гдыня по сравнению с другими польскими городами, в которых я был до этого момента, для меня проигрывает чисто внешне. Хотя все так же чистенько, хорошие дороги, все удобно. Ну, сами все видите. Нам здесь выделили порядка получаса. Сказали, в принципе, тут за это время можно все посмотреть. Находится недалеко от Сопота. Как я говорил в прошлом ролике, все три города слились. Гданьск, Сопот, Гдыня. Вот мы вышли на другой конец парка. И покажу здесь здание. Да, город современный. Там мы проезжали центр науки. Такое интересное здание, стеклянное, высокое. Там очень много народу постоянно, много школьников, которые имеют возможность прийти туда, делать какие-то эксперименты под надзором учителей. Я считаю, очень хорошо для развития детей. Вот это парк. Еще немного покажу Гдыни. Это мы пришли, не знаю даже как это называется, порт или стоянка яхт. Оказывается, в Гдыни производится очень много яхт такого среднего и малого, ну или как он называется, небольшого класса. И в Европе Гдыня занимает, по-моему, первое место по строительству. И на втором месте в мире после США. Вот смотрите, сколько здесь таких яхт. Это такие небольшие суда, не премиум класса. Но тем не менее вполне годится для прогулки. Здесь их можно, нам сказали, арендовать. И такая яхта иногда стоит дешевле, чем автомобиль. Есть, конечно, более дорогие варианты. Вот, смотрите, сколько их здесь.
Вон там далее они тянутся. И вот какое-то здание. Оно действительно не очень вписывается в панораму здесь. Не знаю, что там находится. Может быть, или жилой дом, или офисы. И снова яхты. Здесь уже, смотрю, такие побольше, поинтересней. Это уже вообще яхта, но это стоит явно дороже, чем автомобиль. Вот есть, оказывается, в Гдыне и такое. И вот мы вышли на пляж Гдыни. Здесь тоже такая деревянная дорожка, кафешки. Ну, все стандартно, как в любом курортном городе. Посмотрите, очень обширный пляж. Ветерок прохладный. Ну, довольно много людей загорает. Я думаю, сейчас мало кто купается. Вон, посмотрите, какие красивые горы. Горы или просто холмы. Детские площадки здесь. Здесь, конечно, поинтереснее, чем в самом городе. Ну вот теперь примерно, я думаю, и я имею представление, и вы о пляжах на Балтике. Там далее уже кафешки, корабли. Так как Гдыня является портом. На этом у меня все. Далее буду еще показывать, если будет что-то интересное завтра. Сейчас заканчиваю свой ролик. Понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, делайте репост этого видео. Будем здоровы и будем путешествовать. В мире еще очень много интересного.